Знаменитая набережная Брюгге, Йошкар-Ола, республика Мариэл. Здесь живет больше 35 тысяч татар. Это 6% населения и третья по численности нация в республике. И у них есть свой центр татарской культуры. Причем он открыт для всех желающих. Вот и Наурус тюркские народы Мариэл отмечают именно здесь. Желаем всем своим родителям, чтобы они были здоровы, чтобы у нас мир был чистым, с хорошими пожеланиями. Грачиная каша в этот день стала главным блюдом на праздничном столе. На Майдане русские, татары, марийцы, азербайджанцы, туркмены, таджики, армяне. И у каждого свои угощения. Национальная еда, дограма, на основе супа делается. А что это? Из чего состоит? Из говядины, ну мясо, в основном говядина, баранина. Получается очень вкусно, да. Есть именно какой-то секрет именно вот вашего плова? Секрет побольше мяса, да? Секрет побольше мяса и вложить всю душу. Отмечают Наурус в Йошкар-Оле в центре татарской культуры не случайно. Местный дом дружбы народов только строится, и пока народы Мариэл предпочитают собираться именно здесь. Я сюда прихожу с удовольствием, не именно когда праздник, неделя один раз, это точно. Наурус – тюркский праздник, он свой и для наших финно-угорских соседей. Мы очень рады, когда какая-то общественная организация собирает нас, приглашает нас. Сегодня повод особый, сегодня тюркские народы отмечают день весны, наступление весны. И для всех гостей в Наурус угощение, игры и концерт от танцевальных и вокальных коллективов татарского центра культуры. Пока нет такого, называем, дома дружбы в Йошкар-Оле, но он вот строится, будет. А мы на себя взяли как бы вот такую ношу соединить всех тюркских народов. В центре Майдана большой костер дружбы. Как раз к кульминации праздника поспевает и каша дружбы. Как зернышко к зернышку, душа в душу живут народы соседней Мариэл. Салават Ухмадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Йошкар-Ола. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.